Дрезину я добыл, хотя было и непросто. Крест спрятал ее в облюбованном мутантами храме царя рыбы. Похоже, здесь мостовики приносили саму человеческие жертвоприношения. Надеюсь, теперь, когда рыба мертва, они одумаются. А мне пора забрать вагон у бандитов.
Артём, видим тебя. Молодцом. Давай сразу ко мне. Караван торговцев прибыл. Чушки нас посекли бы, что-то мой караван сюда, и капец, плавно глыб.
Не оставляй нас тут! Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить посущественней. Ладно, есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбина очищения приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Тебя, тебя ведь Силантия анафеме предаст. Не предаст, если ты не скажешь. Или ты предпочел бы здесь умереть, на их ножах? Нет, нет, конечно, не скажу. Ну, дадим ему чуток оклематься и на мост сборить его. Да, сборим его.
сигнал! Козлы валят!
Вот это да! Дядя, а Артём, я вас сразу а вы Мишку моего найдёте? Еще на глушилке. Мишка? Мишка, ты вернулся! Ты просто герой, Мишка! Мама! Мишка вернулся! А что сказать надо? Ой, спасибо, дядя Артём! Большущее! Артём, поднимись в рубку, дело есть. Спасибо вам огромное, Артём. У меня просто слов нет. Спасибо, братишка. Ты настоящий мужик. И я твой должник. Здорово, Артём. Ну, здоров, герой. Молодцом, справился. Итак, вот наш план. Ваша группа захватывает буксир торговцев. На нем вы с князем и крестом отплываете к мосту. Пока крест отвлекает охрану, вы с князем проникаете в комнату управления и опускаете мост. По вашему сигналу мы тараним ворота, подбираем вас и... И... дай бог, все получится. Не могу дать вам с князем больше людей. По нашим данным, основные силы противника охраняют ворота. И, Артём, ты приглядывай за парнем, лады? Он, конечно, разведчик, что надо, но все лезет на рожон, понимаешь? Так что подай ему пример. Будь потише там. Ты для него авторитет, а вы же спецназ, не танкисты. Удачи, Артём. Ну, здоров, рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживался. Старею, видать. Ну, в общем, все переживали. Анька тут совсем извелась, пока тебя не было. Артём, смотри. Я для тихаря улучшение приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Артём, если надо, пользуйся верстаком и оружейкой.